Всем доброе утро, девочки мои. Начинаю новый влог. Я уже оделась. Одела сегодня футболочку под низ. И вот эта вот трикотажная кофточка. В ней не будет жарко. Куда я собралась? На вторую порцию вакцины, девочки, иду. Все время прошло. Мне назначили на сегодня. И я иду получать вторую порцию вакцины. Температуру померила. Температура нормальная. Все должно срастись. Но об этом вы узнаете позже. Вчера я посмотрела влог дочки, там, где она сказала, что она купила машину. Ну, я до этих пор молчала, потому что думаю, ну, когда она сочтет нужным сказать, пусть скажет. Я посмотрела комментарии под ее видео и вижу, что не всем понятно, что произошло и как это все, в общем-то, как мы пришли к этому решению. Вы помните, мы как-то с ней сидели всю ночь, болтали у нее. И, в общем, вот в ту ночь мы к этому решению пришли. Ну, а как я пришла к решению, чтобы машину продать, я вам хочу сейчас просто коротенько рассказать, как я ее покупала, в общем, зачем я ее покупала. Я работала, когда в МВидео, и помните, я вам рассказывала про свою работу, про свою зарплату. У меня какой-то период, вот был новый проект, и какой-то период у меня была зарплата вот в течение нескольких 3 лет. Зарплата была у меня 50-60, а то и больше бывала зарплата, 1000 рублей в месяц. Вот. А так как я привыкла вот жить на определенную сумму, и, в общем-то, обычно я так шмотки никогда не покупаю, ничего такого. Когда я стала получать зарплату выше, чем привыкла тратить, в общем-то, у меня уже начали появляться излишки. Я, конечно, и бытовую технику обновила себе, в общем-то, что-то там из вещей купила. Ну, в принципе, я поняла, что эти деньги, если я буду их просто откладывать, они как бы у меня потом могут, ну, растратиться так, рассосаться по мелочам и все. А у меня как раз в 2012 году сын сдал на права, хотя машины не было и машиной не пахло вообще до этого. Это еще было до моей работы. Вот так вот получилось, права он получил. А потом у меня вот эта работа в 2013 году появилась. И я начала уже задумываться о том, что нужно совершить какую-то крупную покупку. А тут у меня сестра пошла учиться на права. Хоть я ей говорила, и зачем она тебе, машина эта нужна, и вообще зачем этот геморрой сама. А потом подумала, думаю, да пойду-ка я тоже выучусь на права. Но сначала я решила, что я машину все-таки могу купить. Но для этого тогда мне нужно права получить, чтобы как бы, ну, не просто купить, чтобы как бы ездить на ней и все. И, в общем-то, я не ожидала сама от себя, пошла учиться на права. Ну и за то время, пока я училась, в общем-то, у меня деньги откладывались, к тому времени уже набежала сумма там 200 с чем-то тысяч. И, в общем-то, я поняла, что я могу себе, в общем-то, недорогую машину купить. И вначале я купила себе Калину, механику. И училась я на механике, вообще я на девятке училась, так что для меня Калина тогда была уже супер шикарная машина. Вот, ну, Калина у меня пробыла где-то примерно 1,5 года, конечно, я намучилась с ее ремонтами бесконечными, заменами того-сего. Ну, и за 1,5 года я еще подсобирала денег и решила купить машину получше и на автомате. И вот потом купила вот эту Тойоту. Кстати, Тойоту помогала мне выбирать дочка со своим любимым. И, в общем-то, благодаря им вот выбрали вот эту машину. И, в общем-то, на Тойоте вот я ездила, пока на работу ездила, там туда-сюда. Ну, в общем-то, она у меня была востребована, пока я работала. На ней иногда сын ездил, но потом сын купил себе машину. У них уже семейная своя машина имеется. И когда уже я перестала работать, в общем-то, я так поняла, что ездить там мне некуда. Но пока я ездила там к дочке еще, когда она еще в частном секторе жила, в общем-то, так далековато было ездить мне на транспорте. Машина была востребована. Потом она уже переехала поближе. В общем-то, я уже реже и реже стала ездить на ней. И в конце концов, последнее время вообще я на ней выезжала раз в неделю, за рулем буквально 5 минут, машину прогреваешь минут 10-15, потом 5 минут едешь, потом не знаешь, куда припарковаться, ищешь место для парковки, в общем, и все. И потом опять приезжаю домой, и неделю машина стоит. Мне, конечно, было жалко, что машина простаивает.
Ну, я же все думала, что может, вот пригодится. И тогда я продавать ее, ну, не думала, потому что я хотела, чтобы эта машина была как семейная машина. Пусть, думаю, будет, потому что машина действительно хорошая. И очень она мне нравилась, она мне проблем не создавала, и мягко едет, и все. Но для чего я ее все-таки купила? Самый главный принцип. Я когда решила машину купить, когда деньги у меня откладывались, я решила, что чтобы их не растринкать по мелочам, я вложусь в машину. Но я знала, что потом машина, когда уже мне не будет особо нужна, если будут мне уже нужны деньги, может быть, больше, тогда, когда на пенсию пойду, уже работать не смогу. Я знала, что это мое вложение потом мне вернется. То есть, по сути, моя зарплата, она была вложена в машину, и я знала, что потом я эти деньги себе верну. Ну и потом машина вообще на самом деле всегда она требует обслуживания, потому что там то резину поменять, то масло поменять, то ОСАГО, то налоги, хотя налоги небольшие на эту машину. Но в любом случае она требует каких-то все равно периодических вложений, какие-то там замены того всего. Вот. Ну и так как я машиной, в общем-то, и перестала пользоваться, она у меня, в общем, пылилась, стояла, так сказать, под домом. Тут она понадобилась дочке. Она решила продать свою машину для того, чтобы уже сделать, доделать кухню. Тогда как раз нужна была большая сумма вложения. И, в общем-то, мы с ней тогда решили, что она будет ездить на моей машине. В общем, она вот на ней и ездила все это время. Я на такси ездила, за такси дочка платит. И мне понравилось, честно говоря, вот это не напрягаться за рулем, не париться, где парковаться и так далее. Мне понравилось ездить на такси, и чтобы меня везли. Вот. Ну и вот как-то вот уже я стала подумывать о том, что, в общем, я уже привыкла на такси ездить, я отвыкла, в общем-то, сидеть за рулем, напрягаться, вот это зрение напрягать и все напрягать. Все равно я всегда, ну, как сказать, еду за рулем, и всегда я там по сторонам смотрю, там, не дай бог, чтобы на дорогу никто не выскочил. Ну и бывают всякие разные люди. В общем, для меня это какой-то был напряг, честно говоря, за рулем. Знаете, была бы я помоложе, я, может быть, более расслабленно бы себя чувствовала. А так как это уже машину я приобрела в зрелом возрасте, для меня все-таки было все как-то очень напряжно за рулем. Вот, поэтому я, как говорится, нормально себя чувствовала уже прекрасно, не за рулем. Но единственное, что мне было, конечно, с машиной расставаться жалко, потому что машину я просто влюбилась в нее, и я люблю. И вот той прекрасной ночью мы сидели с дочкой и обсуждали, когда она машину свою себе хочет новую купить, какую и так далее. И я ей тут сказала, что я планирую свою машину продавать. Вот когда она уже там купит себе или что, то я свою машину планирую продавать. Не хочу уже садиться за руль, не хочу больше париться с этими парковками, машину обслуживать и так далее, прочее. В конце концов, хочу вернуть себе свои заработанные деньги. Вот. Ну и, в общем-то, мы с ней посидели, посоображали, повзвешивали все за и против. И, в общем, пришли к такому выводу, что будет хорошо, если эту машину она купит у меня. Потом она ее со временем продаст, доложит деньги. За это время она еще подсобирает денег. И, в общем, без всякого напряга для себя финансового она может купить себе машину такую, какую она мечтает купить. Ну, просто попозже. А пока она вот уже ездит на моей сколько времени, и, в общем-то, она знает уже эту машину, машина не подводит, все нормально. Вот такому мы пришли к ней заключению. Это я просто вам говорю для того, чтобы все было стало вам понятно, кому непонятно, потому что вначале писали, что дочка отжала у меня машину. Ничего не отжала. У меня трудно что-то отжать, если я не хочу отдать. Ну, а так как мне ездить некуда, я, по сути, в общем-то, выезжаю только к ней. Но мне к ней ехать 2 километра. Даже на автобусе это несколько остановок. На машине вообще в пути 5-6 минут. Вот буквально раз и все. Выехала и заехала. Тут пешком полчаса пройти. Ну и время показало, что мне на самом деле ездить-то некуда, девочки. У меня все под боком, все в шаговой доступности. Я в город, в центр не езжу. Если даже куда-то мне нужно будет в торговый центр или что-то, меня дочка повезет, мы с ней вместе поедем, потому что одна я не езжу, я не люблю
И потом, если что-то выбирать, мне нужен взгляд со стороны, чтобы кто-то посмотрел, посоветовал, если какую-то там вещь или что-то. Вот продукты все под боком, рынок, все, что хочешь, все под боком, никуда ездить не надо. В общем-то, поэтому время показало, что машина мне, она не нужна, по сути. Вот поэтому я и решила с ней расстаться, но отдать, во всяком случае, в хорошие руки. И, в общем-то, пусть дочка на ней ездит, и пусть она ее радует. Так, ну, с машиной, мне кажется, я разъяснила весь вопрос. Я думаю, всем стало все понятно. Ну, а теперь, девочки, я собираюсь, одеваюсь, температуру померила, все нормально, и иду я на прививку. Подробности снимать я не буду, но, может быть, чуть-чуть что-нибудь подсниму. Ну, все, девочки мои, я привилась, держу сейчас пока ваточку, полчаса сижу и домой топаю. Вот так. Девочки, я смотрю, тут лежат бланки. Вот бланк, который я заполняла в тот раз. Возьму домой, покажу вам. Ну все, девочки. Хочу показать, как выгляжу. Нормально. Все, иду домой. Ну что, девочки мои, погода замечательная у нас сегодня. Хоть и облачно, но... Плюс 8 градусов. Правда, ветер дует, да. Не очень-то на улице снимать. Сейчас вроде бы какое-то временное затишье. Я решила чуть-чуть снять. Вот. Но запах весны ощущается. Чувствуется, весна приближается. Отсидела я свои полчаса. Все нормально. Иду домой. Сейчас заскочу за хлебом. И все. Сегодня дома я ничего не планирую делать. Все дела уже поделаны. Я сегодня, как положено, после прививки буду отдыхать. Я пришла домой, девочки. Ну вот я сходила, называется, за хлебом. Вот как всегда, понимаете? Яйца заканчиваются. Взяла грудинку так, чтобы было, если что, на бутербродике. Вот решила, взяла такое мясо, чтобы не размораживать то, что у меня есть в морозилке. Чтобы по-быстрому гуляшек свиной взяла. Хочу сделать с картошкой что-то типа домашнего рагу. Взяла вот горбуша, ломтики по акции были. Вот такой шоколад горький с начинкой. Мужчина один брал, сказал, что очень вкусный. Он тоже был по акции. Он бывает еще с другой начинкой, но я взяла по акции. С другой был без акции. Вот, ну и помидорчики. Взяла вот такой вот йогурт. В общем, на творог и на йогурт у меня есть кое-какие планы. Но это будет потом, на вечер. Девочки, ну вот я решила вам показать вот этот документ, который мы заполняем в поликлинике перед первой вакциной. Если кому-то прям интересно, что тут написано, вот поставьте на паузу и прочтите. Я вам полностью хочу все показать, чтобы вы могли все это прочесть и понять, что здесь написано, что тут надо заполнять. Вот. Ну, тут предупреждают, что могут быть какие-то... небольшие поствакцинальные осложнения, как они выглядят. Потом еще дают брошюрку, что делать, и там можно какие таблетку, может быть, выпить там. Ну, против этот нестероидное противовоспалительное средство можно выпить. Я Найс пила, там не месил, типа такого. Вот. Вторая страница – это анкета пациента. Здесь, в общем, заданы вопросы, на которые просто ставите галочку «да» или «нет». И вот такие вот вопросики. И все. Внизу дата, подпись. И все на этом. Это все, что заполняете вы. Ну, а это уже осмотр врача перед вакцинацией. Здесь уже заполняет врач. И все. И после первой вакцины, после второй вакцины тоже такую же бумажечку заполняет врач. Мне уже после второй, перед второй вакциной уже ничего заполнять не пришлось. Девочки, жаркое по-домашнему я решила приготовить другим способом. Я вспомнила, как меня учил один повар в ресторане. И попробую сейчас это сделать. В общем, я взяла кольцами, порезала лук. Взяла вот это вот гуляш, порезала вот такими полосочками. Такими небольшими, тоненькими. Все, подготовила, порезала картошку. И растительное масло. Включила я уже плиту. Добавим сюда сейчас растительное масло. Дадим ему разогреться. И, в общем,
Нужно будет сначала обжарить в горячем масле лук, ну так, почти до готовности, чтобы он уже был мягкий. Потом его нужно будет отложить, потом обжарить быстренько, тоже в течение 2 минут, свинину. И тоже отложить. А потом уже жарить на этом масле картошку. Я думаю, масло уже разогрелось. Вот, я туда скидываю сейчас лук. И буду его помешивать. Для того, чтобы он равномерно у нас прожарился. Масло можно добавить, маловато. Так будем помешивать, пока лук не приготовится. Ну, надо, чтобы он уже был не хрустящий, по крайней мере. Ну, вот так вот я стою и помешиваю. А почему вперед мы жарим лук? Для того, чтобы масло взяло вкус лука. Масло станет вкуснее. И на нем будем дальше жарить уже мясо, затем картошку. Потом вот это все жарится по отдельности, для того, чтобы потом в конце все это соединится, но для того, чтобы все было прожарено именно равномерно и вот как положено. Еще чуть-чуть, пока еще не мягкое. Лук еще должен быть мягкий, эластичный. Так, ну все, вроде бы лук уже дошел до готовности. Сейчас сковородочку я отставлю в сторонку, выберу весь лук вот этой вот лопаточкой, чтобы масло стекло, и туда закину мясо. Все, я лук выложила. У меня максимальная мощность сейчас стоит. На максимальной мощности нужно обжарить это мясо где-то 3 минуты, может быть, примерно. Мы его тоненько порезали. Вообще, вот кто-то может спросить, я раньше тоже мясо тушила долго, но если вот так разобраться, мы стейк делаем обычно 2,5 минуты с одной стороны, 2,5 минуты с другой стороны, да? И все, стейк становится мягким. Если его передержать, то он становится жестким. Потом нужно будет... Вот мясо, например, если передержать, будет жестким, потом тушить его нужно будет целый час. Вот. Вот для этого все и делается. Вот сейчас оно с одной стороны обжарится пару минут. Потом перемешаю еще пару минут. Ну, максимум, я думаю, 4 минуты хватит. И можно будет убирать. Должно быть мягким. Самое главное, мясо должно здесь на сковороде лежать в один слой, чтобы оно... каждый кусочек прожарился. Ну вот у меня, например, сейчас вот этот сотейник, да, это широкая сковорода, она намного шире, чем мой тен. Поэтому у меня жарится посередине, а по бокам слабо жарится. Поэтому мне приходится помешивать это почаще, чтобы оно равномерно все прожарилось. В общем, мясо уже перестанет когда быть красным, побелеет все. Вот еще чуть-чуть, и уже все. Я буду выкладывать мясо тоже в отдельную посуду. Девочки, на сковороде у меня осталось много сока. Я его сейчас просто перелью в отдельную посуду, а сюда налью масло и буду жарить просто на масле без сока, чтобы поджарилась картошка. Все, я заново наливаю масло. Сковороду мыть не стала, мыть ее зачем? Не нужно. У меня к сковороде ничего не прилипает, поэтому сейчас масло разогреется. И будем жарить картошку, как обычно мы ее жарим. Я мясо положила вместе с луком в одну тарелку, но вообще кусочек мяса я уже попробовала. Мясо действительно мягкое. И вот чуть-чуть у меня осталось здесь этого, как сказать, бульончика. Но это пусть останется, потом в конце, может быть, нужно будет залить, чтобы это было немножко пропарилось, что ли. Чтобы не было слишком сухим. Так, масло постреливает. Отправляем туда картошку. И будем жарить. Я ничего еще не солила. Солить буду в конце.
картошку сначала подрумяним, потом убавим мощность и прожаривать, чтобы они... Ну и помешивать, конечно, нужно. Ну что, картошечка моя дошла до кондиции. Она уже готова. Теперь сюда отправляю лук и мясо. Все это можно перемешать, и теперь уже можно посолить. Солим, помешаем, пахнет очень вкусно. Ну, а теперь я добавлю чуть-чуть сюда этого бульончика и дам минуточку, а бульон можно весь вылить, и дам минуточку пропариться еще и потом уберу с огня. Вот такая красотища, девочки, получилась. И к этому всему еще соленые огурчики. Какое там, я не знаю, правильное питание. Вот вкуснятина и все. Иногда можно себя побаловать. Пошла я баловать себя. Девочки, у меня получилось рагу по-домашнему очень вкусным. Хочу сказать, не стала я пробовать это все на камеру. Просто мягкое мясо, все замечательно. А что я сейчас решила сделать, девочки? Я вчера попробовала в своем измельчителе. У меня вот измельчитель тут такой есть. Ну, небольшая чаша. И я вчера сделала там смузи. Сделала на одну порцию, где-то это на стакан получилось. Но прекрасно все получилось. Положила туда яблочко, апельсин, банан. Просто это все по чуть-чуть. Ну, вот я такое небольшое яблоко взяла сейчас. Семена вот эти вот достану отсюда. Было бы большое яблоко, то тогда половинку. Вот так вот такими кусочками режу. И туда. Кожуру я не очищаю от яблока. Так, теперь я возьму половину банана. Банан почистим. И тоже вот такими вот кусочками туда отправим. Так, и еще туда половина апельсина. Половину отложим на потом. Апельсин тоже надо очистить. Девочки, апельсин я очистила, и вот эту белую штуку тоже я очищаю. И еще, так как у меня блендер не очень такой мощный, вот это вот белое тоже лучше срезать. Если семена, тоже удалить можно. Вот так вот. Вот так будет лучше. Сок течет. Вот такое вот количество, девочки, фруктов. Это как раз будет смузи на стакан. 250 грамм. Вот. Но мне понравилось такое смузи. Но я решила усовершенствовать это дело и попробовать, как я делала раньше. В общем, я такие фрукты нарезала на салат кубиками, добавляла туда ложку творога и заливала это йогуртом. Сейчас я хочу попробовать это сделать, чтобы это было вместе со смузи. Творог. Я думаю, это должно быть очень даже неплохо. Ну, вот полторы ложки примерно творога хватит. И немножечко я залью это йогуртом. Йогурт можно взять классический, но я взяла с вишенкой. Мне захотелось сюда добавить еще вкус вишни, чтобы было прям совсем фруктовый. Так, закрываем. Ну, сначала импульсный делаем, чтобы оно чуть-чуть там измельчилось. Лучше турбо включить. Ну, а потом уже включаем на всю. Ну, я думаю, может быть, не обязательно прям сильно там перемалывать, кому как нравится. Но мне хочется попробовать, чтобы это было прям как пюре. Вот такой десерт. Я думаю, будет вкусный.
Даже так приличненько у меня получилось. Немало. Но за один раз я, наверное, всю не съем. Ну ладно, я все это сейчас выложу сюда, чтобы мы увидели, сколько что-то у меня получилось-то. О! Пиалка. Грамм 300, наверное. Ну что, девочки, давайте попробуем. Что это я тут сообразила? Такое новое блюдо. Неожиданно. Очень вкусно. И творог, кстати, не мешает здесь никак. Вполне себе сладкое блюдо. Сахарить не надо. Кому хочется менее сладкое, тогда лучше йогурт обычный классический добавить. В общем, я, кстати, вчера на ужин стаканчик вот такого смузи съела, но без творога. И наелась даже. Хотя фрукты, говорят, нужно есть в первой половине дня, так как они калорийные. Но я думаю, здесь небольшое количество этих фруктов можно, можно на полдник сделать. Да? Вот у меня сейчас полдник, это такой десерт. У меня высокого блендера нету, и мне его, если даже купить, некуда ставить. Поэтому я не так часто готовлю такое блюдо. Можно воспользоваться вот таким вот измельчителем. Можно просто порезать кусочками и сделать такой десерт, как я делала, это фруктовый салатик. Вот. Ну, а у кого жевать проблематично, можно на крайний случай через мясорубку это все пропустить. Ну все, девочки мои хорошие, все, что я хотела вам сегодня показать, я показала, рассказать, я рассказала. А больше я сегодня ничего не планирую делать. Я сегодня после прививки буду отдыхать. И, в общем-то, в ближайшие 3 дня буду наблюдать за своим самочувствием. Но чувствую себя сейчас нормально, все как ни в чем не бывало. Совсем ничего не напоминает о том, что я прививку сделала. Ничего не болит нигде. Все нормально, в общем. Но все равно я буду сегодня отдыхать. Вот так вот. Ну, а чтобы это видео вы увидели в ближайшее время, я на завтра хочу его выпустить. Поэтому я сейчас сяду его монтировать. Поэтому я с вами, девочки, прощаюсь на этом. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пишите комментарии, я все комментарии читаю. И до новых встреч. Пока-пока.